Младший сын телеведущей увлекается футболом, а его сестренка смотрит все выпуски проекта «Танцы на ТНТ». Телеведущая Юлия Барановская в одном из своих интервью призналась, что она делает все для того, чтобы ее дети чувствовали ее поддержку и внимание. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина и мама троих его детей старается поощрять наследников. Шестилетний сын ведущей Арсений, как и его отец, увлекается футболом. Мальчик начал тренироваться в детской академии «Барселона», а его десятилетняя сестренка Яна смотрит все выпуски проекта «Танцы на ТНТ». По словам Юлии, ее дочка начнет брать уроки у Мигеля из шоу «Танцы». Уже много лет девочка занимается в ТДСЮ. Маленькая Яна делает первые успехи, радуя звездную маму. Сейчас будет параллельно заниматься у Мигеля, ей самой захотелось. Она меня попросила помочь, я не отказала. Очень рада тому, что все мои дети идут своей дорогой. Более того, безумно рада ее увлечению, приводит собеседник слова Юлии Барановской. До расставания с футболистом Андреем Аршавиным семья жила в Лондоне, однако позже они вернулись в столицу. Спортсмен ушел от телеведущей, когда она была на 5-м месяце беременности, на тот момент у пары уже было 2 детей. Футболист практически не общается со своими наследниками, однако Юлия надеется, что со временем Аршавин вспомнит об их существовании. Телеведущая заверила, что никогда не мешала ему общаться с детьми.